Первое русское кругосветное путешествие было совершено на шлюпах «Надежда» и «Нева» под руководством Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского. Летом 1803 года из Кронштадта вышли два парусных судна, а спустя год впервые в истории российского флота им удалось пересечь экватор. Экспедиция прошла через три океана, внесла значительные изменения в старые карты Мирового океана, провела глубоководные исследования океанических вод, тщательно исследовала побережье Курильских островов, выяснила причину свечения моря, доказала, что Сахалин является островом, установила новый прямой маршрут к русским владениям на Аляске и Камчатке. Экспедиция продлилась 3 года.